Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем прохождение Scribblenauts Unlimited. Возвращаемся в тюрьму, чтобы пройти уже наконец эту полосу препятствий. Фух, давайте. Так. Цунами какой-нибудь сейчас. Сейчас сразу вызову какой-нибудь цунами, точно. Так, цунами. Чтобы всеочищающая вода. Хотя как бы эта всеочищающая вода сейчас нам Максвелла не сбила нафиг. Что-то цунами до верху-то не дошел. Ладно. Может оно и к лучшему. Так, ведерко. Нажимает здесь. Так, тут у нас дождик. Так, активируем ловушку. Здесь тоже. И здесь. Что-то давай, все, так, пошли вниз. Отлично. Бежим дальше. Угу. Крадем у него пушку. Оп, прошли. Отлично. Все, так, да. Машина времени. Я знаю. Так. Здесь мы ее сейчас сдуем. Тул. Так, развернем. Еще. Еще. Так, вот здесь оставайся. Оп. Так. Взаимодействовать. Не пролезет. Делаем Максвелла маленьким. Тогда, наверное, пролезет. Так, о, маленький Максвелл пролез. Так. Вернем-ка Максвелла на исходное. Не-не, никакой Little Suspect. Только Fast Flying. Жаль, что здесь его нельзя, блин, сделать. А, понятно. Пока кнопка нажата. Угу. Давайте сделаем Flying Call. Давай, коровка, нажимай, коровка, нажимай. Давай, коровка, коровка. Оп, есть, проскочили. Так, молнии. Уклоняемся. Следующее, все. Отлично. Фу. Так, доберись до машины времени, но опасайся сильного ветра. А, мы можем узнать по листочку. Оп-оп-оп. Фу. Отличный тайминг. Так, все вызовы были выполнены. Теперь использую машину времени, чтобы получить второй шанс собрать звездочку. Стоит. Отлично. Тайм машину. Все, есть. Фу, собрали звезду. Отлично. Ну что ж, идем дальше. Уровень пройден. Продолжаем. Так, куда? Пиратский корабль остается, видимо. Да, судя по всему, пиратский корабль. Хм, видимо, эта серия затянется. Может быть, даже получится длиннее прошлого. О, капитан, очевидный капитан. Там какой-то конкистадор облученный, призрак, ниндзя. Пираты против ниндзя. Так, наш летающий Максвелл, жирафа, потерял в прошлой серии. Поэтому в этой он будет летать. Будешь? Так, нет. Гарпия, ты будешь дружелюбной. Дружелюбной и ездовой. Оп, все. Ездовая гарпия. Ездовая гарпия, ты дружелюбная. Что у нас тут, ребята? О чем-то спорят.
А какой аргумент-то? Так, они друг друга недолюбливают, очевидно. Давайте дадим ниндзе катану. На катану. Все. Так, чайка. О, у чайки квест для нас. Угу. Угу. Она хочет стать, как ни странно, попугайчиком. А, давай колорит. Ой. Цветастая чайка. Все, отлично. Сработало. Так, у тебя Робин Гуд. Есть для нас что-нибудь? Найди карту сокровищ и принеси ее мне. Где-то здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, акула, акула, акула. У меня есть лазер, акула. Фига себе у этого лазера отдача. Все, акула готова. Тут, очевидно, карта сокровищ, конечно. Возьми карту сокровищ. Отнесем бандюку ее. Так, бандит. Бери карту сокровищ. Все, отлично. Это следующий пиратик. У нас кончаются снаряды. Заряди что-нибудь в пушку. Картечь. Используем вилки. На. Так, отойдем только, а то сейчас вилкой в меня пальнет. Все, готово. Так, пиратский флаг. Ну что ж, давайте сразу пройдем, чтобы не терять времени. А где я могу найти каких-нибудь моряков? Стартуем. Так, что Максвелл очень странно выглядит. Ого себе. Громадный сундучок-то. Кухонка. А, мне, наверное, нужно команду будет собрать, там наделать всяких морячков. Так. Пустой пиратский корабль. Помоги создать народ, который мог бы управлять кораблем. Сначала помести кого-нибудь с соответствующим опытом за штурвал. Так, Максвелл, давай хотя бы летающий. Уж ладно, там насчет всего остального, но давай хотя бы летающий. А, навигатор. Навигатор. Это человек, интересно, будет? Да, навигатор. Иди сюда. Ты будешь управлять. Так. Write someone. Mm. Кто-нибудь для управления деньгами. Так, еще Fast Maxwell. А, бухгалтер. 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 Аккаунт менеджмент. Ну, давайте банкира просто. Банкер. Оп. Банкиры же, они настоящие бандиты. Угу. Так, защита корабля. Это очень важная задача. Поставь кого-нибудь, кто знаком с оружием. Сюда. А, солдатика какого-нибудь. Оп. Класс. Так. А, плавание по морям может вызвать громадный аппетит. Поставь на кухню кого-нибудь подходящего. Так. Нам нужна женщина. Женщину на кухню. Вот, отлично, правильно. Она наверняка уже готовит борщ. Так. Какой же пиратский корабль с пустым бригом? Какого-нибудь пленного. Нужен какой-нибудь пленный. Кого же они захватили в плен? Давайте какой-нибудь президент. Не знаю. То, что первое в голову пришло. Вот, чернокожий президент. У них в плену чернокожий президент. Так, и... Вперед смотрящий нужен. Ну, я не знаю, кто в этом может помочь. Эльф какой-нибудь там, с их эльфийским зрением. Оп.
все, отлично. А вот и моя звездочка. Заслужил. О, как раз на Максвелла упала. Удачно. Так, 44. Продолжаем. Так, на чем мы тут остановились? Эту мини-игру мы прошли. Че это меня тут не пускают-то? А? Что тебе нужно, братюня? Угу. Ему нужно что-нибудь, в чем спрятаться. По-моему, крейт — это корзина. А, ящик, да? Спрячься в ящике. Отлично. Сейчас он сбежит. Давайте посмотрим его побег. Он что, прямо в ящике будет убегать? Ну и ладно, так. Какое у тебя задание? О, какой стоп-кадр? Он вылетел с ножом. А, дай мне что-нибудь, из чего я мог бы деревянную ногу себе сделать. Из кровати. На тебе деревянную. Опять я кровать неправильно пишу. Бэт. На деревянную кровать. Сделаю из нее деревянную ногу. Нет? Тогда возьми дерево. Не-не-не, Pine 3. Pine 3. Вот. Pine 3. Елка. Слепи себе из елки. Так, мини-гейм. Давайте. Стартанем. Проклятая команда. О, Максвелл в костюме призрака. Надо запомнить. Полулысый зомби. Призрак капитана. Команду прокляли. Дай каждому члену команды что-нибудь, что они... что им нравилось. Бойцу нравится средневековое оружие. Дадим ему пику. Возьми пику. Боец. О, отлично, с одного проклятия сняли. Так, нравится его борода. Дай ему лицевые волосы. Так, это вот кому? Тебе, что ли, лысенькому? Берт, по-моему, так борода будет. Да, на бороду. Оп, бородач. А, еще одно проклятие было снято. Следующий член команды любил собственное отражение. Портрет. Нужен портрет. Покажи ему, как он выглядел. Портрет. Picture. Давайте, ладно, начнем с зеркала. Mirror. Оп. О, смотрите-ка, подошло даже зеркало. Так. Угу. Мозги у него. Мозги. Проклятие уничтожило его мозги. Мне нужно его как-то образовать. Давайте дадим ему диплом. Вот. Купленный диплом дает образование. Да? Оп, сразу и мозги выросли. Так. Угу, попугайчик. Parrot. Оп. Капитан, на попугайчика. Все. Так. Так. Ну, все, отлично. Простыня какая-то осталась от капитана. Пройдено. 45-я звезда. Отлично. Так, кто у нас тут следующий на очереди? На помощь. Так, ой, он боится гарпи, видимо. Вот Prevents Scurvy. Prevents Scurvy. А что такое? Что-нибудь, что помогает от Scurvy. Я знаю, что Scurvy... То есть Scar это шрам. Scurvy. Ну что-нибудь поесть? Не знаю, возьми кусок мяса. На мясо. Да я отойду, что ты?
Ну, ладно. Стейк. Сырое мясо он не хочет есть. На. Не знаю. Витамины. Витамин. Возьми витаминку. О! Молодец. Зелененький был, однако ж... А! Ему сок нужен был. Да? Ха. Ну ладно. Витамин тоже подошел. Че же все мою гарпию боитесь? Она же дружелюбная. Так, тут какой-то центурион с варваром дерется. We need some pieces... Pieces to play a game. Pieces. Кусочки. А, им нужны фигуры. А, как же это называется-то? Чес, шахматы. Шахматная доска. О! Ого! Так, кто кого? Боевая девчонка-то. Что же вы опять разбегаетесь-то? Давай, кто ты такой? Див Сейла. Тусвеб. Свеб ведак. Так, интересно, как переводится свеб? Свеб, 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 свеб. Так, 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 так. Про... Может... Че с тобой, утка? Возьми швабру. Свеб ведак? Тереть утку? Иди мой утку, не бойся меня. Так, хакер, что тут? А, ну конечно, пиратский корабль, хакер, конечно. Предотврати интернет-пиратство. О, как это иронично. Возьмем бластер. Бластер. И предотвратим интернет-пиратство. Самым радикальным образом. Все. А что, еще не все прошел? Опа, тут неожиданно. Так, а где же тут еще что-то? Ага. Ворон. Ему нужно что-нибудь, чтобы построить подходящее гнездо. Давайте дадим ему гвоздь. Или там кирпич. Гвоздь ему не подходит. Кирпич. Оп. О, а смотрите, как гвоздик-то подошел. Молодец, ворон. Теперь у тебя там и кирпич. Ничего себе яичко. Вау. Это большое драконье яйцо. Походу, нам пора спасаться. Потому что сейчас оттуда вылезет дракон. Атаковать. О, дракончик. Маленький дракончик. Я забираю его. Ой, какой он медленный. Ну, он, тем более, что в одной из серий я уже летал на драконе, это не так интересно. Пересаживаемся на гарпию. И мы прошли этот уровень. А значит, настал момент финальной битвы. Так, эта финальная битва потребует от нас некоторой подготовки. Байсикл. Да, байсикл. Один байсикл. Второй байсикл. Мужичок. Да что ж вы все мои гарпии-то боитесь? Нет, куда ты пошел? Так, ладно, гарпия, ты мешаешь. Ты реально мешаешь. Мужик на велосипеде. Иди сюда. Ты, братюня, тоже сюда. И твой велосипед сюда. Так. Ну-н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 у. Спокойно, спокойно. Еще не все готово. Так. Рыцарский шлем. Да не знаете. Ладно, просто шлем. По-моему, он и так будет рыцарский. Ну, утикал. Надо как-нибудь попробовать этот новый утикал. Клоус. Отлично. И чего не хватает? Не хватает швабры. Тебе одну. И тебе одну. А теперь не хватает войны.
началась война. Давайте, ребята, кто кого. Поединок на велосипедах со швабрами. Так, вот тот в галстуке, по-моему, проиграет. Давай. Есть, молодца. Теперь награда победителю. Добиваем ослабшего победителя. Ослабленного победителя. Что ж, друзья, спасибо за просмотр, жду ваших идей для реализации Scribblenauts, особенно в эпической финальной битве. До свидания.